Ну, ну это я не могу все сделать. Когда 20 лет ни черта не делал, я хожу и думаю, а вот тротуаров дорог нет, ровный тепло. Я же честно, поймите, округ это 34 тысячи. Видите, уже женщины, пока их не прогнали, уже 34 тысячи людей. 92 дома. Подъезд, ну, по-моему, про нас проплачено. Ну что, я в состоянии вот так сказать, а я вам завтра сделаю. Я солгу вам, я не сделаю этого. Нет. Я знаю этого человека, я его давно знаю, сколько он, раза 3-4 он там выступал, это нормальный, и он всегда защищает именно нас. И по телевизору часто вижу, и правда, что единственный выродец, который его и выгоняли с этого зала. О, и я смотрю с этим. Вот. Он, который может выступать за народ, он выступает. Да. Это совестный человек. Я скажу, меня удивляют те, потому что не хочу. Но когда у тебя колоссальный бизнес, и тебе надо заниматься именно этим бизнесом, какой черт ты лезешь депутат? Правильно, что, ты ж там не будешь делать. Понятно, что будешь занят только своим делом. Я не из-за того, что я пенсионер, я занимаюсь... Игорь Иванович, да, я его часто смотрю в это, на съездах и на экзамах. Он выступает за народ. Вот это мне приятно слушать. Так это правда. Я честно говорю. Потому что он не верит. Какая разница за кого? Я знаю, что есть такие, которые выходцы и богатые, и этот человек пришел как правитель. Не было никогда депутатов. Не было. Ну правильно, но никто не занимался ничем. Ну 21 год городской совет. Значит, депутаты же здесь. Они заняты своими делами. Были, но чем занимались? Своими делами. Вот я вам ответ. И когда идут туда, не знаю зачем. Знаете, подрывали экономику. Чем занимались? Ничем. Где работать? Они когда перекрывали дорогу, вот там и самое, когда строили дом. Аваков у нас ухитрился, даже землю пенсионную забрала. Расторговал. Такого Авакова вокруг, знаете, сколько земли вокруг Харькова? Если у нас пенсионное поле забрал он. Пенсионное поле. Сейчас, а это вы на Блюхера по Кружной, да? Это у вас? Ну, там, в Харьковском районе. Там Аваков все отхватил. Аваков. Вот, знаете, у меня там был участок. Он даже ухитрился. Ага. Сейчас, я на вопрос отвечу. Игорь Иванович, как вы говорите? Ну ладно, уже сам вспомнил. А этот вот Аваков проходим немножко. Он тоже как заводил. Блюхера, в смысле, вот за Блюхера за окружную сразу, Харьковский район. Там было несколько садоводческих товариществ, именно ветеранских, да? Об этом вы говорите? Садов нет, это просто было чистое поле. Нам дали там эту землю, но говорили, что ее Аваков выкупил. До 2010-го у нас был выгнал. Ну, он занимался своим делом. Человек воровал. Да. Побросали Аваков. Осталось там немножко. Допустим, 5. Остальное буквально на второй день. Это твою землю. Так организуй. Так он ждет, пока она подорожает. Чтобы непонятно. Допустим, организовать там посеять, пахать, лук, посадить подсолнух, там еще. Ну что, прибыль какая-то была. Ну правильно же? А он ее купит. Ну, да вот, знаете, я вам дам. Мне вот это. Вот вам дали. А вот его я так скажу. Как я, старый человек, понимаю. Спасой. Я вам говорю, что я знаю. Она работает в Бухгалтерии. Если у вас происходит, да. Это где Украина? Ну, пример. Все, пошло опять, как говорится, вперед, штука назад или наоборот. Все правильно, вы говорите. Так, как это же было. Харьков уж не выделяли дотации из бюджета, вы же знаете, да? Вот это время, пока Юля была, Ющенко был. Здесь местная власть одна, а там другая. А сейчас, слава богу, как говорится, пока вот Герцог, он работает, и Добкин работает, они молодцы. Люди слепые, им вот ей дали там сотенку или больше, она пришла и тут, как говорится, это. А где ваш чемодан, Игорь Иванович? Покажите, Игорь Иванович, покажите. Не знаю, где чемодан у Игоря.
Потому что свистнул. Нет, там вот мужчина с какой-то. С чемоданом, да? Какой-то мужчина, да. Который с вами был. Игорь! А где чемодан, Игорь Иванович? Давай его сюда. Да. Там знаком. Давайте уже не ходить здесь, вы будете рядом. Ну, я просто подзываю, люди еще стоят. Ну, ну, скажите, какие чемоданы. Вон, вон Петя. Ничего не делали, нет, его закрыл. Нет, подожди, подожди. Вы не правы. Вы совсем не правы. Я знаю, это не правы. Что меня кто-то видит? Кто более такой, так знает его. И он выслушает, и все делает, что в его силах. Или там отстаивал что-то там где-то как-то. Я их сам не знаю. Я 5 лет с ними просидел, я их не знаю. Я привожу пример 40Б. А кому же явки? Секундочку, я привожу пример 40Б. Вот я 4 подъезда, крышу буквально неделю назад я сделал. Ну почему? Принесли люди заявление, что такое типа почты. Давайте я просто подъезжу. Я не надеюсь, насколько запрос. Игорь Иванович, я извиняюсь. Может, мы к столу подойдем, чтобы удобнее было? Ну, да давайте вокруг стола соберемся, просто удобнее здесь. А вот этот человек, наверное, хочет со мной познакомиться. Зайдем, пожалуйста. Давай. Это наша охрана. Наша? Да, Сатовская хлебзавод. Ну, конечно. Покажите, Игорь Иванович. Не, мне знакомо ваше лицо. Привет. Я ничего не имею против своих. Подходите, товарищ. Шеф, открывайте. Не клею на чужие свои эти. Люди все знают. То, что меня 21 год люди знают, многие. Ну, Ляхина, глупо сделал, что мне нужно. Глупо. Понимаете? Проигрывает. Покажи. Время все расставит. Да. А Белов сейчас, Федя, прибежал, там начал орать, блин, ну что это такое. Что? Ну, Белов, когда знаете, что. Что я накопал, да, начиная с 25-го. Девочки, подходите, просто вот мы посмотрим. Вот это вот все проблемы. Вот, посмотрите сейчас. Не, вот, серьезно, подходите. Да, не, не, хорошо, хорошо. Вот реально посмотрите. Это где-то он выпал, где-то поставил план. Вот это ремонт и крови. Знаете сколько? Это ж только за полтора месяца. Вот это все кровь. Вот идет ремонт. Да, это ремонт у нас ступеней подъезда. Вот это песня. Это ремонт. И нас туда запишем за демонтаж на ступени, а то падает. Так уже убрано. Сейчас, я извиняюсь, я можно просто как бы добавлю? Вот реально я просто это знаю. Это просто не то, что на камеры вот снимали, как встречу устроили, красиво показать. Это мы ходили по всему округу, по подъездам, я вылазил на крышу. Люди, люди сфотографируем, сходим сейчас. Вот это те, кто ко мне. А? Вы ходили говорить. А 40В посмотрели? Вот, вот этот дом. Вот сейчас посмотрим, сейчас, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, запишем. Смотрите, вы по 40В заявку давали мой объем? Я не знаю. Я нужно написать заявление. Секундочку, секундочку. Если вы написали, вы ответ уже получили.